Жозе Бове крестьянина гордится этим. Один из лидеров европейских зеленых, он яростный борец с генно-модифицированными растениями и антиглобалист. Родившийся 11 июня 1953 года во французской Жеронде, в последние годы Жозе Бове занялся политикой. В 2009 году он был избран в Европейский парламент. У меня нет впечатления, что я продал душу дьяволу, напротив. Я считаю, что я нахожусь там, где принимаются решения, и я могу в этом участвовать, но в то же время не отказываюсь от других методов борьбы, которые важны для меня. Вместе с Бове список Европейской партии зеленых возглавляет Франциска или просто Ска Келлер. Француз и немка победили в ходе проводившихся через интернет первичных выборов. Неожиданно считавшаяся аутсайдером Ска набрала даже больше голосов, чем Жозе Бове. Это очень приятная премьера, я получил много удовольствия. Конечно, мы упорно работали, много ездили по стране, провели десяток дебатов. Но кроме этого, я объехала много европейских стран. Это очень мотивирует встречаться со сторонниками, которые готовы активно участвовать и добиться успеха в этой избирательной кампании. Франциска Келлер родилась 22 ноября 1981 года в городе Губин на территории бывшей ГДР. 27 лет она стала депутатом Европарламента. Она специалист по исламу и иудаизму, который изучала в Свободном университете Берлина и в Стамбуле.